увидела в телеэфире «Время покажет», что активист Ян Иванов заявляет, будто виноделы спаивают страну. Хочу напомнить, вино – это сельскохозяйственный продукт. Приглашаю на Кубань посмотреть наши ведущие винодельческие заводы. Также губернатор Краснодарского края напомнил, что вино – это важная отрасль сельского хозяйства, а сам напиток в умеренных дозах не доставляет вреда. Кроме того, с каждым годом качество винодельческой продукции Кубани постоянно растет. Доказательством этого стало признание нашего вина на престижных конкурсах мира, где были завоеваны многочисленные медали. В его качестве могут убедиться и туристы. Сегодня активно развиваются винные туры. Уже в следующем году будет доступно около 80 таких экскурсий.